Шалом, уважаемые! С вами Илья Механик, и это выпуск новой рубрики под названием «Записки коллекционеры», и будет он посвящен одному и самому спорному вопросу, который коснулся истории отечественного мотостроения. Именно двигателям серии «Ша» и сцепления, которое оказалось на коленчатом валу. Как вы увидели в первоначальном кадре, история нашего двигателя Ша-50 будет тесно связана с вот этими двумя мопедами завода Ява. Это не будет видео стандартных коллекционеров, которые начинаются сразу. Завод Ява происходит от названия там конструктора, чи кого там, владельца Яничика и Вандерера. Это будет чистая история, которую вы нигде не прочитаете на форумах практически. От тех же коллекционеров, у которых были эти мопеды и хоть какие-то исследования исторические производили. Они просто собирали технику. А что и как, вы от этого от них не добьетесь. Итак, ждите следующего выпуска.